В эфире новости «Наш день», в студии Дарья Пешунова. Здравствуйте. Напомню, мы вещаем в YouTube наряду с аналоговым и кабельным телевидением. С помощью QR-кода, который вы сейчас видите на экране, можно перейти на наш канал АСТВ-65. Также мы выходим в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники». Начнем выпуск с главных тем дня. Полное очищение за 15 секунд. В горбольнице Анкудинова на входе появился дезинфекционный бокс. Поможет ли это бороться с коронавирусом? Закончим и снова начнем. Субсидированные билеты кончились, объявил Аэрофлот, но тут же пообещал скоро возобновить продажу. Одна беда на троих. В пригороде Южно-Сахалинска с разницей в полдня произошли две аварии с участием 6 автомобилей. Какие виды и без охраны? Общественный природный парк «Мыс Тихий» Greenpeace России отметил как один из самых интересных в стране. COVID-19 за сутки подхватили 129 жителей Сахалинской области. Итого, по состоянию на четверг, на островах почти 17 700 случаев заболевания коронавирусом. Новая инфекция унесла жизни 20 пациентов. Для борьбы с опасной инфекцией придумывают все новые и новые средства. В больнице Анкудинова установили первый не только в области, но и на Дальнем Востоке обеззараживающий бокс. Устройство состоит из двух отсеков. В первом – коврик для обуви, обработанный антисептиком, бесконтактный измеритель температуры и сенсорный санитайзер для рук. Во втором отсеке установлен генератор тумана. Он срабатывает на движение и выдает дезинфицирующее средство под высоким давлением. Устройство разработано и произведено отечественной компанией «Тизона». Она же установила бокс на безвозмездное основе, как часть пилотного проекта в островных медучреждениях. Мы заправляем специальным дезинфицирующим средством ЭКДС, которое прошло все испытания, сертифицировано Министерством здравоохранения, и оно совершенно безопасное и для человека, и для одежды. Если говорить о тумане, который во втором отсеке, да, распространяется в качестве дезинфекции, он безопасен и прошел все клинические испытания. Это также русский дезинфицирующий аппарат. Процедура занимает не более 15 секунд, однако медработники пока только привыкают к новому дезинфектору. И не все ждут, когда сработают механизмы. При интенсивном посещении людей заправленного средства хватит на 15 дней, но, учитывая карантин, на месяц. В данный момент наше медицинское учреждение находится на карантинном режиме. То есть поток родственников к пациентам не идет сейчас. Сейчас в основном данное оборудование используется медработниками. Запущено оно недавно. И в режиме карантина очереди не скапливаются. Не успели построить и отправили людей в суды. Жителей аварийных домов Анивы шестой год подряд не могут расселить. Условиям их проживания и эмоциональному состоянию не позавидуешь. В канун новогодних праздников люди получили письма с предупреждением о принудительном выселении. Подробности у Светланы Нигматуллиной. Что-то странное стало твориться в нашем островном царстве. Стоило только губернатору поручить втрое быстрее выполнить программу расселения аварийного жилья в регионе. 1 802 000 рублей. Это за какую квартиру? Сколько комнат у вас? Однокомнатная. Угу. Где в Аниве можно купить? Не ждать переселения, а брать деньгами. На таком варианте остановилась администрация Анивского района и изменила ранее оговоренные с людьми условия. Несколько домов 60-х годов постройки одномоментно признали аварийными в 2015 году. И с того времени невыносимые условия проживания стали только визиты в местную администрацию. Не доставалось нам квартиры. И в 2019 году, где-то весной, мы заключили с администрацией договор о том, что они предоставят квартиру. Уже нам показали место, где это вот за поворотом. Сказали, что всех нас туда переселят. Осенью нас вызывают и говорят так и так, мол, из-за коронавируса, мол, не успели построить. Расселение задерживалось, новостройки не появлялись. Людям предложили забрать выкупную остаточную стоимость. Те отказались. В адрес посыпались письма о принудительном изъятии недвижимого имущества с приглашением в суды. Люди ждут этот суд, мне 80 лет идти и объясняться с кем-то насчет этого. Вот. И я не знаю, что это геноцид бедняков, что ли. Я понять не могу. Столько лет прожила, такого не видела. Но расселение аварийных домов они провалили, наши анивские умники, провалили. Нам дали своего ценщика.
телефоны номеров оценщика, что мы этого оценщика за 10 тысяч своих должны нанять. По-старому оценили в 2,5, а здесь бы оценили за 4. И вот вы можете эти деньги взять, отнести застройщику, у него квартиру как бы купить. Вот так. Что за бред такой? 20%, как мне сказано было, они, значит, дали аванс застройщику. Минстрой деньги не дает. Что губернатор сказал, что мы все переселены. И вот что нам теперь делать? Просто мне вот жить вот так, мне невозможно. У меня трое детей. В местной администрации вину признают. Выполнить ранее данные обязательства в срок не смогли. Действуют вынужденно и в рамках закона. Опасаться абсолютно ничего не стоит. Если граждане откажутся от получения выкупной стоимости, той, которую мы предлагаем, либо их не устроит выкупная стоимость, которую предложит им их оценщик, да, либо оценщик, который будет назначен судом, они вправе согласиться на условия мирового соглашения и получить новое жилье. Вот вы лично можете гарантировать, что вот к концу 2021-2022 максимум года люди въедут в новостройки, и мы будем снимать об этом сюжет? Гарантировать, конечно, я не возьму на себя, да, такую ответственность, но уверенность у меня есть. Прокомментировали ситуацию в региональном министерстве строительства. Никто не заинтересован, ни муниципалитет, ни министерство тем более, чтобы появлялись новые объекты незавершенного строительства. Программа, которая действовала в предыдущем периоде, она завершена. Завершена под условием того, что те жители, которые были включены в эту программу, они получат либо жилое помещение, либо выкупную стоимость. Людям остается набраться терпения и ждать, продолжая жизнь в домах изрядно потрепанных еще тайфуном Филис, в домах 60-х, так и не познавших капитального ремонта, не избалованных даже косметическим, где плесень вместо пыли покрывает стены и подоконники жилых комнат, где в изрядно подмоченных нечистотами подъездах нет даже почтовых ящиков, но всегда можно найти квитанцию об обслуживании дома. Батареи в квартирах жилого комплекса «Аралия» прогрелись до нормальных значений. О том, что жители новостройки замерзают, АСТВ сообщила в начале года. После многочисленных жалоб на место выехали коммунальщики и представители мэрии. На тепловом центральном пункте, который построили для группы жилых домов, выявили отклонение от параметров, необходимых для нормального теплоснабжения. Застройщику и управляющей компании дали рекомендации по регулировке оборудования. Последние полтора-два дня наладилось, получше стало. Ну, температура комфортная. Раньше прохладно было, сейчас более-менее. Сейчас, в настоящее время, управляющая компания заверяет о том, что проблем с теплоснабжением данных домов нет. Однако граждане в случае, если параметры будут снижаться, вправе и должны обращаться в контролирующие органы, в том числе в администрацию города, потому что вопрос остается на контроле до окончания прохождения осенне-зимнего периода. Проблемы с теплом также испытали жильцы одной из квартир по адресу Поповича, 102. В четверг на обследование выехала комиссия. В ее состав вошли представители управляющей компании, ДГХ, СКК и муниципального жилищного контроля. Они заверили, все силы будут направлены на повышение температуры в проблемной квартире. Аэрофлот в ближайшее время пообещал возобновить продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока. Накануне перевозчик сообщил, бюджетные средства закончились, но позже заявил, правительство выделило дополнительные деньги. Это позволит увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Напомню, субсидированные билеты могут купить сахалинцы и курильчане младше 23 лет и старше 60, инвалиды и многодетные. В городском парке Южно-Сахалинска начали подготовку купели для традиционного обряда крещения. Православные отмечают праздник 19 января. К обряду крещения начали подготовку все специализированные службы. Окунаться в прорубь островитяне начнут в ночь с понедельника на вторник. На основной для южносахалинцев купели в городском парке отремонтировали ступени и стены. В ближайшее время пустят проточную воду и поставят палатки. Роспотребнадзор уже взял пробу воды и подтвердил, она безопасна. Сегодня мы совместно с работниками ГО ИЧС привозим необходимые палатки для организации пунктов обогрева жителей города, щиты, ну и всю остальную работу, которую для, чтобы было комфортно и удобно купаться. Да. В понедельник мы уже подведем, у нас специально подготовлен водосток. В парке во время крестного хода с 18 на 19 января и далее целые сутки будут дежурить сотрудники отряда имени Полякова. Спасатели будут рядом с купелью. На случай возникновения каких-то непредвиденных, в нашем случае чрезвычайных ситуаций, если человеку станет плохо, если человек подскользнется, упадет в воду,
чтобы оказать ему помощь. Мы смотрим, чтобы агрессивно пьяные туда не залазили, чтобы не было у нас отказа сердечка, вообще общее самочувствие. Следим за людьми, чтобы был мир и порядок. Нужно сказать, что купаться в проруби, в крещение совершенно не обязательно. И если человек по какой-то причине не может пойти холодной зимой и окунуться в ледяную прорубь, то в этом греха не будет. Особенно это стоит учитывать в условиях пандемии. При плохом самочувствии лучше не идти. Если же вы сделали прививку от коронавируса, то повтор нужно сделать либо за 7 дней до крещения, либо через 2 дня после, чтобы не растерять иммунитет. Южно-Сахалинский двор по адресу Крайняя, 30, может стать рекордсменом по количеству незаконных парковок на газонах. Здесь в ходе рейда сотрудники Департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали больше 100 нарушений. Также в числе аутсайдеров дворы на проспекте Мира 47А, Физкультурной 18 и Коммунистическом проспекте 33. Всего с начала года к административной ответственности за парковку на газонах, озелененных территориях и детских площадках привлекли 300 нарушителей. Фиксировать их помогает комплекс «Дозор МП». За дня в день наблюдаем ситуацию, что автомобили продолжают парковаться и паркуются на газоне, на тротуаре, несмотря ни на что. Скорее всего, это вызвано тем, что жителям гораздо удобнее дойти до своих подъездов прям максимально быстро, вместо того, чтобы там пройти, найти место, пройти лишние 100 метров. Ну, я считаю, что это не совсем правильно. Сотрудниками департамента ежедневно проводятся рейдовые мероприятия на выявление и пресечение незаконной парковки на газонах и детских площадках. Также работаем по обращениям граждан, выезжаем на проблемные адреса, по которым поступает больше всего обращений. Сообщать о подобных нарушениях можно через официальный сайт мэрии, приложив фото автомобиля и указав адрес, дату и время. За парковку на тротуарах предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении от 3 до 5. Тяжелая техника, несмотря на запрет администрации, чистит тротуары Южно-Сахалинска. По новым правилам установлен допустимый вес не более 4 тонн. Также есть замечания к нерадивым подрядчикам, которые разрушают бордюры в городе. Нарекания у Департамента общественной безопасности и контроля есть и по использованию соли на тротуарах, что негативно сказывается на покрытии плитки. Мы такие факты фиксируем, в обязательном порядке мы информируем об этом департамент городского хозяйства, заказчика таких работ. Они же в свою очередь в обязательном порядке проводят претензионную работу. Мы знаем, что уже есть определенные результаты, претензии, направленные подрядным организациям для возмещения ущерба, причиненного муниципалитету, и взыскания штрафных санкций. Невельской готов отправиться в путь до Сахалина. Грузопассажирское судно будет курсировать между островами области, как в туристических целях, так и для перевозки жителей. Перед отправкой в Санкт-Петербурге побывал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Да. Мясо, жиры, масла, вода, соки, овощи. Все из нержавейки, здорово. Сюда. Большому кораблю большое плавание, и отправляться в него нужно полностью подготовленными. Заключительная проверка перед отправлением до Сахалина судна «Адмирал Невельской» прошла успешно. Ледовый класс судна даст возможность ходить от острова к острову даже зимой. Начинать свое путешествие до Курильских островов пассажиры будут у стойки администратора, а капитанский мостик оборудован средствами поиска и связи от передового производителя. А уровень шторма сколько выдерживать должен? Это всепогодное судно вообще. Всепогодное, да? И 8, пожалуйста, да? Выдержит? Да, конечно. Да. Как долго продлится ваше такое путешествие из Невы до нашего Охотского моря? Сколько вам придется пройти проливов, морей, океанов? Сколько это займет времени? Ну, по расчетам, примерно это продлится 60 суток. 60 дней. Если погода позволит, потому что мы всегда еще зависим от погоды. Судно унаследовало много качеств и других проектов завода. Например, безопасность. На палубе можно найти спасательные шлюпки на 96 человек каждая, а также жилеты, круги и комплект гидротермокостюмов. Еще один плюс – это вместительность. Судно грузопассажирское. Оно рассчитано на 146 пассажиров и 24 контейнера. Их можно погрузить даже на необорудованном берегу. Предусмотрены каюты для людей с ограниченными возможностями, также комната матери и ребенка.
Кроме того, это грузопассажирские суда, как уже говорилось, которые могут перевозить до 900 метров кубических груза в своих трюмах. Ожидается, что адмирал Невельской придет в Корсаковский порт к концу марта. Его близнец Павел Леонов в скором времени также отправится на Сахалин. Это еще не все на сегодня. Смотрите после короткой рекламы. Одна беда на троих. В пригороде Южно-Сахалинска с разницей в полдня произошли две аварии с участием 6 автомобилей. Такие виды и без охраны. Общественный природный парк «Мыс Тихий» Greenpeace России отметил как один из самых интересных в стране. Эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». Три автомобиля, три пострадавших человека. В Долинском районе в условиях гололедицы столкнулись иномарки. По предварительным данным, все началось с водителя микроавтобуса. Она не смогла справиться с управлением. Как итог, выезд на встречную, столкновение с Honda HR-V и Toyota Corolla Fielder. В результате травмы различной степени тяжести получила как виновница ДТП, так и водитель и пассажир Honda. Еще одна похожая беда на троих случилась днем ранее на Корсаковской трассе в районе Третьей Пади. Здесь не смогли разъехаться легковая и два универсала. По предварительным данным, аварию спровоцировала водитель автомобиля Toyota Corolla Axio и опять же гололедица на проезжей части. Двигаясь в сторону областного центра, дама не смогла справиться с управлением седана. После нескольких заносов и торможения по льду она догнала попутную Toyota Sprinter Carib. Затем иномарку выкинула на встречную, где она столкнулась с Toyota Susit. Последнюю от удара вынесла на обочину, и остановиться японский универсал смог лишь врезавшись в автобусную остановку. По счастливой случайности в аварии обошлось без пострадавших. В Долинске оперативники наркополиции изъяли одну из крупных партий растительного наркотика. Это первое такое преступление, раскрытое в новом году. Более 250 граммов марихуаны 32-летний местный житель хранил для себя в гараже в ящике с инструментом. Небольшой сверток с дурман-травой также нашли в его доме. Задерживать молодого человека не стали, отпустили домой под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело. Полиция Южно-Сахалинска разыскивает без вести пропавшего 34-летнего Сергея Сергеевича Драгомирова. Уроженец села Менчереп Кемеровской области в начале декабря 2020 года ушел с территории строительного городка «Запсибгазпромгазификация» в областном центре. И до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о его достоверном местонахождении в данный момент, просят звонить по телефонам, которые указаны на экране. Рейд по пиротехнике, проведенный в конце прошлого года, выдался провокационным. В стремлении поймать магазины на нарушениях, проверяющие пошли на хитрость. Они попросили прохожих проверить, продадут ли опасные предметы ребенку. На кадрах с камер видеонаблюдения торгового дома «Школьник» видно, как девочка с мужчиной вошли в магазин. Продавцы рассказали, их выбор пал на так называемую бомбочку. На кассе отец и дочь стояли вместе, она же и рассчиталась за купленный товар. Кассир видела, что девочка не одна и только поэтому приняла деньги. Участники рейда эту версию слушать не стали и пригрозили штрафом. Администрация магазина заверила, подвергать ребенка опасности ни за что бы не стали. В торговом доме «Школьник» пиротехнику продают только совершеннолетним и только по предъявлению паспорта. Greenpeace России включил Сахалинский природный парк «Мыс Тихий» в пятерку самых интересных мест страны. В рейтинг попали также живописные уголки в Сочи, на Валдае, в Калуге и горы между Хакасией и Тывой, все федерального значения. А вот Сахалинский «Мыс Тихий» – единственный объект, имеющий статус общественного. Хребет Жданко и прилегающие территории – одни из самых посещаемых мест острова. Сюда приезжают туристы и местные. Отдыхают, прогуливаются по вершинам гор и влюбляются в этот природный уголок. За многие века здесь сложилась особая атмосфера. Геолог Александр Соловьев отметил, что вулкан оставил базальтовый след, где среди прочих камней можно увидеть халцедон и агат. А на вершинах хребта произрастает множество редких краснокнижных растений –
Некоторым счастливчикам удалось встретить в лесных массивах рысь. На побережье за мысом Красной нежатся тюлени, сивучи и нерпы. Когда под региональную защиту контролирующие органы взяли малую часть хребта, поклонники нетронутой сахалинской природы и экологи испытали недоумение. Почему не весь горный массив? Сейчас это место начало подвергаться воздействию антропогенному. То есть там собираются открывать карьеры для дорожного строительства. Вот. Один карьер там был, к счастью, он законсервирован, но он сильно обезобразил, конечно, западные склоны хребта. Вот. И в настоящее время хотят на горе Большевик несколько карьеров сделать. Вот и ответ. Вместо охраны природы – ведение коммерческой деятельности. Чтобы как-то сохранить незащищенный участок между мысами Тихий и Красный, энтузиасты пошли на отчаянный шаг. Подали заявки на дальневосточный гектар не в собственность, а для того, чтобы создать здесь народный парк, не нарушая природную гармонию. Общими стараниями получился участок размером в 29 гектаров. Те вещи, которые делаем на этой территории, то есть указатели, вот эти жилища, Айнов как-то гармонично вписывать в этот ландшафт, в эту территорию, чтобы оно не казалось чужеродным, не чужеродным каким-то материалом, чужеродным строением, да, на этом месте. И поэтому и жилища, и таблички стараемся как-то стилизованно это делать. И я надеюсь, что люди это просто оценят в будущем. Когда-то защищенные от сильных ветров террасы были заселены айнами. Археологи провели визуальный осмотр и подтвердили этот факт. В будущем островные ученые намерены провести здесь археологические раскопки. А пока участники проекта «Общественный природный парк» возвели постройку по технологии, максимально приближенной к Каинской. В конце прошлого года здесь появился амбар, на реконструкцию которого ушло больше месяца. В планах построить Айнскую деревню. Главное, чего опасаются участники проекта, что этот уникальный уголок так и останется без законной защиты. Геологи, природоохранники, руководители общественных организаций туристических, все заявляют в один голос, что территория вокруг хребта Жданко должна быть максимально защищенной. Здесь самое узкое место Сахалина и очень активно сейчас осваивается. Антропогенная нагрузка очень большая, и поэтому нужно было бы придать охранный статус максимально этой территории. Одно радует. Greenpeace России внес общественный природный парк «Мыс Тихий» в список самых интересных мест для посещения. Возможно, в будущем он все же обретет официальный статус памятника природы. Больше всего зимой россияне любят гулять на улице, кататься на коньках и лежать на диване. Таковы результаты опроса сервиса Tutu.ru. Мы спросили у сахалинцев, какой вид отдыха ближе им. Как вы отдыхать предпочитаете? Ну, стараемся выходить в парк, погулять по возможности. Ты любишь кататься на горке? Да. А что еще ты любишь делать зимой? Я еще люблю делать снежки и кататься с друзьями. Молодец какая. Тебе нравится зима или лето больше? Зима. Только гуляю в парке. Вот тоже я люблю вообще парк здесь в Южном. И летом, и зимой, и осенью. Вообще это самое хорошее место в Южно-Сахалинске. Ну, с семьей, в домашнем кругу. Ну, на улице-то где-то бываете? С горки катаемся. Холодно. Холодно зимой на улице. Сейчас пока что холодно. Выходить как бы не очень. Ну, так как свадьба, мы сейчас в летнем все, чтобы было красиво. Ваша невеста не мерзнет? Мерзнет, но куда деваться? Мы из Углегорска приехали, вот сейчас парк посмотрим, поедем туда обязательно, ну, конечно, будем кататься. А у вас в Углегорске что вы делаете? Да, у нас тоже, ну, там у нас маленькая такая горочка, катаемся, в лес ездим, шашлыки жарим. Мы с малышами только в парке гуляем. А с горок катаетесь? Зимой. Конечно, да. А что любят больше малыши? Копать снег, копать. Спонсор прогноза погоды – салон товаров для сна «Арматек».
треть жизни человек проводит во сне. В этом вопросе можете положиться на нас, экспертов сна компании «Арматек». Вы можете познакомиться с решениями на нашем сайте или посетив салоны в ТРК «Сити Молл» и торговом доме «Зочи». Ручная сборка, эксклюзивный декор, непревзойденное ощущение от отдыха. Сегодня уже более 5 миллионов людей улучшили свой сон благодаря экспертам «Арматек». На этом наш выпуск завершен. Смотрите, читайте и слушайте АСТВ. Берегите себя и своих близких.